Зашли мы еще в отдел редких книг. Смотрите, тут на камушке нарисовано. Рисунок лошади в пещере. Около 15 тысяч лет назад. Какие лошади были пухленькие. Здесь на камушке нарисовано. Настольные. Нет, наскальные рисунки. А, наскальные точно. На скале. Какие интересные. А вот здесь что-то значит. Египетские иероглифы. Наверняка что-то означает. Ну, вот я говорю, человек, он там. Ухо что-то. Нож, птица. Ножом убил птиц, двух птиц. Человек пошел, потом что-то делал. На стол поставил. Приготовил блюдо. Пошел еще птицу взял. Размесил. И поел. И пошел. Ну, смотри, я прочла верхнюю страничку. Слышал? Вот так вот и читали, наверное. Что ж, если бы книги так были написаны все? Пошел, пришел. А тут на глиняная табличка. И стилус. Сейчас для смартфона уже так же они называются. Они уже тогда были. Здесь даже не просто тряпка этой палкой, а специальной. Прибили, хоп-хоп, написали. Восковая табличка из воска. Интересно, что там они значат? Что же там они записывали? Здесь вот бисера не было. Наверное, тростничка. Вот эта фотография. Тоненькие палочки резали и вот так вот сплетали вместе. Для весны вам. Вам пуп. Господи, вам пум. А здесь веревочки. Девушки сидели и плели. Какие красивые они. Какие необыкновенные. Здесь в Китае уже более попроще все. Поинтересней. Да? Здесь книга уже. Уже старая такая книга. Ее читали, наверное, много-много-много раз. Там. Большая книга. А тут вообще лист березы. А, и на нем написано. Тоже все эти иероглифы. Что-то значит они. Тут длинненькая. Старая книга. И здесь книги. Вон. Маленькая книжечка. Тоже старенькая. Тут красивая какая. Похожа на рисунки из книги по литературе. По чтению. Первый класс. Книга отзывов. Ты не хочешь отзыв написать? Хорошо. А там через окошко. Да, закрыть. Ну, конечно. Мебель старинная, видишь, какая. Картинки смотрю, вон там какие клевые. Маленькие же. Русский плакат. А. Чё, господи, главное. Там значки какие-то. Плакат. Плакаты раньше хорошие были в Советском Союзе. Ну, мы штофы такие часто видим на экскурсиях. Мощные они такие, огромные, грациозные. Стол там. Вот видите, стол на ножках каких. Ну, какие ножки. Хорошие. Шататься не будет, да?